Привет, друзья! Вы часто спрашиваете меня о различных проблемах во время микродозирования красным мухомором. Например, то, что некоторых тянет в сон, возникает агрессия, раздраженность, в некоторых случаях вялость, а в некоторых могут начаться панические атаки вплоть до трясучки. Казалось бы, и дозировка нормальная, которая не превышает 1,5 грамма в день, и понимание того, что мухомор вскрывает что-то спрятанное внутри, тоже присутствует, но ничего с этим поделать вы не можете. Вот именно вам, у кого есть такие проблемы, я и отвечаю. Да, конечно же, мухомор указывает, но, возможно, это не совсем точное выражение. Вроде указывает, и типа, а что с этим делать? Давайте постараемся более точно понять, что же делает мухомор вообще. В любых случаях, будь то страх, агрессия или блаженство и умиротворение, или вообще ничего не происходит, как это многие пишут, мол, никаких эффектов. Я хочу, чтобы вы все крепко запомнили, что мухомор вообще ничего не делает. Мухомор – это всего лишь ключик к тому замку, который висит на цепях, сковывающих ваше сознание. Именно ваше сознание, ваш мозг, ум, мышление, назовите как угодно этот процесс, дает вам ощущение вас. Вы мыслите, значит, существуете, значит, живете. И все в этой жизни начинается с вас. Все делаете только вы. Мухомор просто прикрывает краник в вашей голове, чтобы из башки не так летело, не так хлестало мыслями, и вы смогли бы сосредоточиться на том, что вам действительно будет во благо. Как если бы водопроводчик, например, начинил бы вам кран дома, ему пришлось бы перекрыть на время горячую воду, чтобы, беспрепятственно сделать свою работу. Это всего лишь одно из сравнений, но оно не является прямой аллюзией на процесс взаимодействия с мухомором. Одним словом, мухомор – это резонатор любых ваших действий. Все делаете только вы. Если вы начинаете злиться, то он это как бы усиливает. Начинаете паниковать, то паника усиливается. Начинаете убирать панику, успокаивать себя, отменять агрессию. Не знаю, как вы это сделаете. Способов много. Зачастую это точно так же, как расслабить мышцы в руке. Также мы расслабляем напряжение, создающееся у нас в голове, и мухомор это усиливает. Но не впрямую мухомор это делает, а это делаете вы сами. Потому что нет больше других мыслей, которые, как той перекрытой горячей воды в кране, и вы конкретно сосредоточены на той оставшейся эмоции или действиях, которые сразу усиливаются в вашей же башке. Усиливается все то, что вы начинаете делать. Если не происходит никаких эффектов, как часто вы мне тоже пишете, мол, принимаю уже 2 недели, блядь, никаких эффектов, что за хуйня, может, наебали с мухами. Это значит, вы ждете эффект, и мухомор усиливает ваши ожидания. Вы попадаете в пространство ожидания. Ваши ожидания усиливаются. И кроме ожидания вы ничего не получите. Чтобы что-то случилось, вы должны начать что-то делать, действовать. Понимаете? Трудиться. Наблюдать. И то, что вы получите, впрямую зависит от того, что вы наблюдаете. Кучу говна, оставленную кем-то, или метаморфозы вашего творческого процесса. В этой жизни вы творец, который наблюдает плоды своего творчества. Наблюдает за тем, как они начинают жить своей жизнью. Как во всем в этой жизни, в каждом ее фрагменте возникает разум, отражающий только вас. И только от вас зависит, как этот разум меняется. Не хотите наблюдать кучу говна? Ну, не наблюдайте. А лучше возьмите, уберите эту кучу. И не нужно устраивать для этого бунт, мятеж и революцию. Если это реальная куча, которая портит вам жизнь, то вам нужно просто веник и совок. Если ненависть к людям, говном отравляющей вашу голову, то причина не в этих людях, а в вашей голове. Здесь нужно убирать это говно, а не приебываться к людям с претензиями, думая, что, устранив их здоровье, говно исчезнет из вашей башки. Нет, так не бывает, говно останется. Этот мир – это ваш дом, ваш храм. Люди в нем – это ваше отражение. И никто, кроме вас, не наведет в этом храме порядок. Да? Не нравится вам что-то? Ну, измените это. Не нужно ни на кого перекладывать, потому что никого нет.
Вы наблюдаете лишь за них себя. Все вокруг – это и есть вы. Что делаете вы, то делает и ваше отражение вокруг. Да? Вы живете в царстве зеркал. Поэтому возьмите и уберите эту какашку, которую вы не хотите наблюдать в этих зеркалах. Мухомор вам в этом поможет. Но он не будет это делать за вас. Он всего лишь снимет препятствия, кандалы с ваших рук и ног, чтобы вы смогли свободно заняться уборкой. Но если вы ничего не умеете, кроме как злиться, бояться, суетиться, лгать, то мухомор лучше пока вам не принимать. Сначала научитесь делать что-то полезное для себя. Научитесь хотя бы чуть-чуть убирать агрессию. Как я вот сейчас, да? Ну, сейчас давайте попробуем. Успокаиваться, научитесь говорить правду. Хотя бы на 1%. Только тогда попробуйте микродозирование. И не правду матку рубить, блядь, да? Которая зачастую является лишь вашей индивидуальной интерпретацией происходящего. А просто не скрывать что-то. Не лгать. Потому что говорить правду это не значит... Говорить правду это значит не лгать. Вот так. Это не значит, что тут говорить, да? Вы можете вообще молчать. Главное просто не пиздить. Вы должны приступить к микродозированию только лишь после того, как у вас будет хоть еще что-то, кроме ваших страхов и ужаса внутри. Вы должны владеть чем-то позитивным в этой жизни, чтобы начать это делать во время микродозинга. Вот именно то, что вы будете делать, то он, мухомор, и будет усиливать. Но сначала он будет усиливать лишь то, что вы делаете лучше всего, понимаете? Если лучше всего вы паникуете, то панику сначала и получите. Если у вас нет ни одного инструмента для убирания этой паники, мухомор ни к чему будет подключиться к нему, понимаете? Если вы тотальный паникер, то мухомор вам противопоказан. Если вы тотальный агрессор, то мухомор вам противопоказан. Если вы пациент с клиническим диагнозом шизофрении и паранойя, или вы психопат, то мухомор вам противопоказан. К сожалению, увы. Но пока вот такая вот информация. Уверен, я чего-то не знаю, но пока все, кто исследует этот грипп, договорились так. Одним словом, научитесь делать что-то еще, кроме как ссать, злиться и пиздить. И лишь потом начинайте микродозинг. Вы должны совершить какой-то непривычный для вас поступок. Не знаю, например, перестать кого-то обвинять внутренне, убрать обиду. Простить кого-то, проявить уважение и посмотреть, как это делается. Понаблюдать за своими ощущениями в этот момент. Понять, можете ли вы так делать, или все совсем запущено. И нужно прям, блядь, по 100 раз, по 100 раз так делать, пока не получится. Попробуйте увидеть в людях, которых вы считаете уродами и причинами всех бед, увидеть что-то хорошее. Попробуйте полюбоваться чем-нибудь, что раньше вызывало у вас отвращение, например. И вы познаете смысл настоящего, единственного, возможного в этом мире чуда. Научитесь раскручивать радость внутри себя. Это не обязательно делать с мухомором. Это вам дано природой изначально. Если вы освоите или вспомните, как это делается, то сможете это делать вместе с мухомором. Мухомор – резонатор. Иначе, если вы наблюдаете жизнь, то жизнь получите и повсюду. И это не мухомор такой злой и беспощадный, как вы думаете. Это вы так делаете. И если у вас торчит какой-то ржавый гвоздь в голове, то вы должны сначала его вытащить сами. И мухомор, как это принято считать, не общается с вами. С вами общается ты сам. Всю жизнь ты общаешься с самим собой. Ты все время говоришь себе правильные и полезные вещи, правильные и нужные тебе, но в какой-то момент ты где-то споткнулся, чихнул как-то непонятно, и тебя завернул, закрутил куда-то, хрен знает куда. И ты хлоп, и уже не слышишь своего истинного голоса. Ты слышишь только крик и видишь только свой страх. Мухомор может помочь тебе опять снова услышать самого себя. Если тебе так будет удобнее и комфортнее, ты можешь считать, что мухомор с тобой разговаривает, это его голос, это нормально, это не будет шизой. Потому что это игра. Если у вас нет такого стартового инструмента для коррекции своего настроения и своих эмоций, то для того, чтобы начать микродозинг,
вам нужен кто-то рядом. Кто-то, кто поможет вам это скорректировать, создать для вас хорошее настроение. Кому вы доверяете и с кем вам приятно находиться вместе. С кем вы не ругаетесь и не обмениваетесь претензиями. В одиночку ничего не получится. Если нет такого человека, то лучше всего для этого подойдут вам ваши родители. И вот здесь у вас, у многих из вас, и обнаружится тот самый ржавый гвоздь, торчащий в вашей голове. Именно отношения с вашими родителями и являются тем самым непреодолимым препятствием, из-за которого никакое микродозирование вам не поможет. Но непреодолимое препятствие до тех пор непреодолимо, пока мы его преодолеваем, слишком стараемся, упираемся, пыхтим, сопротивляемся. Преодолевать ничего не нужно. Просто восстановите с ними связь. Просто простите их за то, что они вас заставили учиться в школе и били по башке за двойки, за то, что они орали на вас. Или все время были пьяными, или, возможно, пьют и сейчас. Помогите им, не осуждением. Просто примите то, что есть. Они являются тем самым ключевым элементом той игры, внутри которой вы сейчас находитесь. В этом разрыве и заключена проблема всех ваших страхов и панических атак. Помогите им проснуться. Проснуться от ненависти, презрения, обвинений и упреков. И только тогда проснетесь вы сами. Если вы действительно этого хотите, иначе я вообще не понимаю, зачем вам мухомор. И помните, вы никогда не сможете проснуться полностью. Мозг всегда будет вас наебывать и создавать препятствия перед вашей возможностью принять что-либо в этом мире. Ваш мозг и эго внутри него так устроено, что оно априори все отрицает и подвергает сомнению. Это механизм, это его работа. Он так задуман. Задуман нестись вперед. Если вы не будете капитаном этого механизма, вы разобьетесь. Отслеживайте этот момент и потихоньку прекращайте отравлять свое тело презрением к людям и событиям. Каждый человек в этой жизни играет свою роль. И играет он ее для вас. В этой истории вы главный актер. И только от вашего уважения, проявленного к вашим партнерам, зависит, насколько круто вы проживете эту жизнь. Или сыграете свою главную роль. Не мешайте друг другу. Не тяните на себя одеяло. Иначе этот спектакль просто не получится, внутри которого вы находитесь сейчас, не получится. Быть недовольным – это значит находиться в ловушке, в тюрьме своих убеждений и неосознанности того, что все вокруг – удивительная игра. Если вы недовольны по жизни, то мухомор только усилит ваше недовольство. Поблагодарите этот мир, эту игру и актеров внутри нее за то, что они просто есть, и только после этого приступайте к курсу микродозирования. Красным мухомор. И помните, мухомор – это всего лишь резонатор. Но в сущности, настоящим резонатором, настоящим доктором и вашим помощником является ваше сознание. И мухомор указывает на это. Это, пожалуй, единственное, на что он указывает. Мухомор указывает вам на вас. Вы – причина того, что с тобой происходит.